Два периода по 7 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы побороться за победу. В бассейне Нефтегорска, кроме самих хозяев, команда из Ульяновска, Уфы, Новокуйбышевска и Бузулука. Участники – непрофессиональные спортсмены. Однако водному полу они посвящают все свободное время и могут похвастаться сильными ударами и голевыми пасами. Шикарный бассейн, классно все организовано. Ждем, конечно, каждый раз победы, каждый раз настраиваемся, прям в упор до Нового года тренируемся. Потом после новогодних праздников, конечно, тяжело собраться, но все равно для этого турнира каждый год готовимся, каждый год будем приезжать. Возрастных ограничений у участников также нет. Самому молодому 13 лет, и это игрок ульяновской команды Артем Седов. Юниоры из Самарской и Оренбургской областей также собрали свою команду и играли наравне со взрослыми. Приятно увидеть команду, новую команду с Новокуйбышевска. Основной состав состоит из ребят 14-15 лет, всего лишь там на год старше моего сына. Достойно играют, активные, подвижные. В результате без медалей парни не уехали, они завоевали бронзу. Много топили. Пробить сложно было, защита нормальная. Но основное противостояние было между ульяновцами и уфимцами. Борьба в товарищеском соревновании выдалась нешуточной. Несмотря на пандемию, обе команды тренировки не бросали. Все же «Спартак» оказался сильнее. Это первая победа наших парней на турнире в Нефтегорске. Анна Тищенко, Улправда ТВ.